Всем добрый день, сегодня мы находимся на скользком пляже Императора Вольдыха на Солнце. 47. Да, ребят, 47 градусов. Да, 47, ребят. Ну, я где-то минут так тогда пришел. Кепку надо было подеть. Конечно. Ну ладно, не будем надевать кепку. Ненадолго. Потому что температуру воды надо измерить. Ну-ка еще стала вода поменьше. После похолодания, после дождей. Хотя, не знаю. Может быть она и... Ну вода чистая, рыба полна. Вон эти. На водочке. Ну, я думаю, что 24 будет, блин. 100%. Снимаю на YouTube. Зачем? Ну, для себя же всем. Как? А я что говорю? Для жителей еще. Чтобы знали, какая вода, какая температура и так далее. Да, уже падает температура воды. Евгений Варламов. Ну потом еще. Ага, чтобы не прям выгнули. В принципе, что сказать. Вода. Угу. 25, но я думаю, что 24 точно будет. Да, 24,5, ну 25, короче, вода. В принципе, там утки можно было поснимать, но... Давайте сейчас рыбок поснимаем. Много рыбок, очень много вот мелкой ошабины. И еще покрупнее, конечно. Но рыбок полно. Просто идем обратно. В принципе, сейчас на пляже
Немного народу в воде особенно. На пляже полно людей. Надо вообще полно внушенное воскресенье. Вот. Поэтому народу полно, конечно. Сейчас где-то в районе около 2. Плюс-минус. Катера он плавает на этих, на досках. Люди плавают тоже много на досках. Не, равновесие нужно хорошее. И кто не плавает, тому там можно на этих досках плавать. Но я бы не знаю, я бы только на байдарке поплавал бы. Или бы на лодке на какой-нибудь большой, а так не, как бы еще не умеешь плавать лучше не кататься на этой доске. Вот вон одни перевернулись там, ну вон там далеко, короче, на камеру это не видно, но я увидел, бы они перевернулись. Во-первых, тяжело собраться, во-вторых, там течение, а тут еще не сильный ветер. Ну как сильный ветер, ну нормально. На солнышке у нас где-то полтинник, ну плюс-минус. Да, я еще, ну не такая жара, как была до этого. Не, я лучше на байдарке попал, ну покатал как бы. Байдарка это самое лучшее, наверное. Так что вот такие вот дела. Всем хорошего дня, отличного настроения. Всем удачи и всем пока-пока. До следующего видео. Еще не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Многие спрашивают, как что, канал не, ну, особенно детям. Голосую редко-редко спрашивают. Интересуются в основном. Камера интересуется, а так, в принципе, как-то так. Через секунду продал. Так, ну что, мы собираем много домой. Видите, погода у нас солнечная. Народу полно, у нас их треск полный сегодня. Выходной день. А мы домой. Собачка тут. Собачка, кстати, много. Да, народу чуть ли не нет. Ну, потом. Да, народу полно, конечно. Еще не жара. Плюс 27 тени, плюс 50 на солнце. Матрас несет купаться. Походу били, народу полно, прям. Блин, вообще капец. Да я про солнце. А мы идем домой. Поехали, да. Не, я не знаю. Я не разу. Не разу, сколько бы ходил бы босиком, не разу не разу. Не знаю, как можно было поехать. Но все бы. Фу. Ну и жарище сегодня. Да, ребят, жарище сегодня такая, что... На все капец полный. Вот так и живут дети. А я вот так легко не могу. Я усатый боюсь. А что ты?
Если бы я у него бывал, я бы тебе попугал бы, мата. А так, конечно, да. Ох, сколько машин, ребята, это трех полный. Сегодня наш машин. Ну, выходной день, чего ходить, конечно, будет. Это еще, ну, такого давно не было, в принципе. О. Так. Алло. Да, сегодня небо голубое, голубое, ребят. Вообще. Жарище, правда. Всем хорошего дня, отличного настроения, всем удачи и всем пока-пока. До следующего видео и эфира. С вами был Евгений, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, дальше еще интереснее будет. Всем пока-пока. Мы потихоньку готовим на остановку и домой. Так что всем пока-пока. Машин очень много. Очень много машин.